Подмосковье завершился месячник благоустройства. По его итогам Одинцовский городской округ вошел в десятку лучших муниципалитетов. В связи со сложившейся эпидобстановкой в этом году работа проводится исключительно силами коммунальных служб и обслуживающих организаций, работники которых подметают улицы, проводят влажную уборку и дезинфекцию территорий, восстанавливают газоны и мафы. Кроме того, в регионе продолжается высадка цветов. Всего их планируется высадить более 6 миллионов.